Вечер добрый всем. Продолжаем по теме по проекту Нарды. Значит, здесь ранее показал вам процесс, как необходимо выполнить. Следовательно, выполнили без применения детализации. Здесь прежде всего на любителя. Можно с детализацией, можно, соответственно, без детализации. То есть показываю, как выглядит с детализацией. Очень оригинально, очень симпатично. То есть данный фрагмент можно применить у нас здесь в окружности. Ну, я решил применить несложный художественный орнамент, сопряженный с растительностью, чтобы, как говорится, ну, сделать отличительность от боковин. Значит, по выполнению он является, в принципе, несложный. То есть принцип исполнения веерообразности, который вы так или иначе разыгрываете, следовательно. То есть пробуйте просто-напросто рисовать. Тоже принцип, опять-таки же, завиточка и ухождение. То есть сложного ничего нет. В обязательном порядке потренируйтесь. Хотя можете применить и данный прием посредством определенного тренинга, что вы делали. Так что, ребята, по сути является так. То есть продолжаем двигаться дальше. Показываю этапы. Следующий шаг, естественно, будем передвигаться. Это куда? Это к поясам. Выглядит так. Пожалуйста, вблизи. В центре однозначно более низкий план. Я даже не разукрашу цветом, а произведу зажигание. То есть местами зажигания мы обязательно коснемся. Здесь будет очень интересно, чтобы разыграть. То есть, в принципе, все по сути. Все, как говорится, в натуральности. Ребята, всем добра. Хранит вас Господь Бог. Пошагово, как и обещал, в принципе, показываю. Также показываю, что все находится на плоскости. Все, всем пока-пока. Инструментальная часть, мелочевки набирайте. То есть не набирайте, а запаситесь мелочевкой по инструменту. В инструментальной части, кто не знает, для незнающих, компания Stray, которая производит инструмент. В Гугле, в Яндексе прописывайте. Свободно с этим всем столкнетесь и вам разъяснят и дообъяснят. Все, всем пока-пока, до следующих встреч.